Shark Game. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Shark Game. В сегодняшнем видео я хочу рассказать об игре, где нас подстерегают зубодробительные перестрелки в замкнутых комнатах с толпами противников. И все это дело можно будет обозревать под замедление времени. Ну а также в этой игре нас ждет захватывающий сюжет, который может пойти по одному из выбранных вами направлений. И что самое интересное, весь этот беспорядок скрасит просроченная шурма. Скорее всего, после этой фразы вы уже догадались, что речь пойдет об игре Bloodbath Kafkas от разработчиков из студии Dagestan Technology. Сюжет игры рассказывает историю кавказца Шамиля Рахманова, решающего отойти от дел наемного убийцы. Но на пути к заветной цели герой попадает в руки к таинственному незнакомцу. Незнакомец выдвигает Шамилю предложение, отказываться от которого он не в состоянии, ведь на кону стоит его жизнь. Суть предложения довольно-таки непроста, так как Шамилю поручают до наступления рассвета отыскать и расправиться с главой московского преступного синдиката по имени Джафар. С данного места и начинается кровавый путь вглубь ночной Москвы, от которого остаются тесные коридоры, заваленные трупами своих врагов. Да, из всего выше мной сказанного складывается об игре неплохое впечатление, по большей части из-за этого вокруг игры начали ходить споры и сравнение ее с игрой Hotline Miami. Конечно же, трудно отрицать факт того, что игра чем-то схожа с ней, но как бы там ни было, игра все же уникальна, и в ней есть то, чего мы не могли увидеть в ее швейцарском собрате. Меня лично сгубило любопытство, и я обзавелся данной игрой. Кстати, кому тоже стало интересно, имейте в виду, в Steam она стоит $4.99. Ссылку на игру я оставлю в описании. И еще один маленький немаловажный момент. В игре присутствуют коллекционные карточки. Их там ни много ни мало, аж 12 штук. Ну и после такого исхода событий хотелось бы сказать, что если по какой-либо причине вам понравился мой обзор, то без всякого стеснения ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, ведь вскоре выйдут куда более интересные ролики. На этом я завершаю свое видео, оставляю вас наедине с моим предыдущим творением. Всем пока и до скорых встреч на канале Shark Game.